Ну-ка, отходите. Такая реакция всегда, то есть люди видят, подъезжает машина, выходят люди, инспектора и покупатели, у которых нет документов, то есть осуществляющие несанкционированную торговлю, они вот ориентируются очень быстро, то есть реакция у них такая. Ну, удается кого-нибудь схватить да, за руку? Да, да, буквально, как говорите, правильно, удается схватить за руку. Документ у меня нет, я дал документ на 45 минут. Снимайте, пожалуйста. Гражданка российская? Да. Говорят же, что вы здесь постоянно стоите, не первый год. Нет, третий год я стою. А ну есть покупатель? Просто есть? Конечно, есть. А где мясо берете? У нас свое. А скажите, часто вот здесь покупаете что-нибудь? Я здесь вообще ничего не покупаю. А почему? Потому что это ни холодильников, ничего, что это проверено, не проверено. Зачем я тут буду покупать? Даже боитесь отравиться, да? Конечно, зачем оно мне нужно? Мясо может быть не свежее, не прошедшее вся на экспертизу. У нас в прошлом году была африканская чума свиней, то есть неизвестно какого происхождения это мясо, где оно, откуда. Грязь, пыль, нет. Я медицинский работник в прошлом, так скажем, сейчас уже на пенсии, поэтому нет. Покупаем только на рынке или в магазинах. А вообще видели, кто-нибудь у них покупает? То есть, есть? Да, покупают. А дешевле, что ли? Почему покупают? Да, ну дешевле. Люди берут. Штраф предусмотрен у нас от 1000 рублей до 2000.